экологически чистый вид топлива. Щепа. Размельченная фракция древесины. Пропускается через дробилку. Для топливных станций, котлов, энергокотлов. Замена дровам, топливным брикетам. Вот это вот все будет создавать энергию в вашем котле. А вот это вот дробилка. Сюда попадает сырье, древесина. Проходит через вальсы. И дробилочка это все дробит. И подает сюда. Дешево и сердито. Все, что нужно. Чистая древесина. Без примесей. Сухая. Смесь лиственных и хвойных пород. Микс. Только добавь меня в котел. Деревяшки.